Фракция «Народный фронт» в Верховной Раде требует вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев. Об этом во вторник заявил лидер фракции Максим Бурбак. С введением безвизового режима с Европейским Союзом остро стоит вопрос введения визового режима с Российской Федерацией, как страной-агрессором. Народный фронт требует этого важного решения. Отношения с Россией должны осуществляться в санкционном режиме. Кроме того, пересечение границы с государством-агрессором – это вопрос нацбезопасности и защиты украинского государства. Ни для кого не секрет, что Россия будет вынуждена защищать свои интересы, поэтому ответит зеркальным введением визового режима с Украиной. Что же тогда режим Порошенко будет делать с 3 миллионами украинцев, которые сейчас живут и работают в России? Если все они вернутся на родину, то необходимо их обеспечить рабочими местами, число которых в стране за последние годы только сокращается. Украинская власть играет с огнем. Недальновидные шаги, такие как введение визового режима с Россией, могут привести к народному бунту, и так уже давно назревающему.